Ансамбль танца «Боярышня» был создан в 1984 году на базе Дома культуры Кострова. В 93-м коллективу присвоено звание «Народный». Сейчас в ансамбле «Боярышня», начиная с 5-летнего возраста, включая детскую группу «Боярушка» и детскую студию при ансамбле, занимаются около 150 детей и взрослых. Танцоров из Кострова знают во многих странах мира. Нельзя опускать планку мастерства из-за временного отсутствия репетиций. На режиме самоизоляции даже маленькие участники коллектива продолжают заниматься дома. Оттачиваем пор-де-бра, не забываем про остальные упражнения у станка. Да, шведская стенка его вполне успешно заменяет. Ну и, конечно, повторяем элементы танцев. И пусть коронавирус сорвал фестивали и конкурсы нынешней весны, у этих ребят и их педагогов впереди еще много побед. А вообще, танцевальные и физкульт-минутки улучшают настроение, даже если вы сидите дома.